Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в BioShock. Как будто у нас без того мало проблем. А теперь еще похоже, что система водоснабжения дает течь. А, точно. У тебя есть фотосканер? Хорошо. Думаю, пора поработать на старину Персика. Сфотографируй его и давай сваливать отсюда. Сфотографируй. Так, охота на персика какого-то. Ладно. А где он? Персик-то. Контрабандисты, друзья правительства. Ваш долг – доносить на контрабандистов. Не ведом страх тому, кто с верой на устах. Волшебный. Понятно. Да тихо ты. Ты меня пугаешь, ты где-то же булькаешь. Фонтейн умер. Это ты? Да вы. Когда все порядочные лаборатории ответили мне отказом, я пошла за поставками. Так, это кто? Метал стрела. Так. Ну что, ты принес старику персику снимки или просто так тут болтаешься? Блин. Снимки, снимки. И вообще где? Покажись. Так, если что, мне сюда потом бежать, роботов отключать. Ой-ой-ой, я уже прям предчувствую, как на меня они пойдут. А иначе за каким бы оно здесь было бы. Куда идти-то? Это кто? Мутант, паук, прогресс исследования. Разбросаны. Так, ну-ка посмотреть, где это вообще я нахожусь. Мне, наверное, в другую, да, сторону надо было. Куда мне надо? Я, блин, тут заблудился, походу. Пленка. Пленка для фото. Так, каждая пленка годится для одной исследовательской фотографии. Ладно, пленку куплю. Один-то уж поди доллар, или сколько там? Так, опять ничего. Не то, что я искал, ладно. Их загасили. Кого я должен тебя фотографировать? Это кто? Обыскать. Обыщем.
Так, пленка, картечь, инъекции, картофель. Закрыть. Ничего нет интересующего. Смертные казни в восторге. Говорят, на улицах беспорядки, но пришло время твердой руки. Нужно принимать меры против контрабандистов. Любой контакт с поверхностью подвергает восторг опасности со стороны тех самых паразитов, от которых мы в свое время спасались. И свернуть пару голов не слишком большая цена за наши идеалы. Так. С помощью фотокамеры сделайте 3 снимка мутантов-пауков, тех, которые умеют лазить по потолку. А, так мне надо на определенных мутантов-пауков охотиться. Понятно. Так, здесь все взял. Так. Вот сейчас, мне кажется, надо подготовиться. Чудесный сон. Мы тебя обманули, монстр! Отдай мою девочку! А ну выходи и дерись со мной, ублюдок! Давай! Я найду тебя, тварь! Нашел тебя. Так, органы мутантов пауков можно использовать как аптечку первой помощи. Это то, что надо. Когда будешь готов, возвращайся прямиком на рыбзавод Фонтейна. Будь любезен. Вот так. Спокойно, я не могу сейчас так уйти. Мне надо кое-что сделать. А я отсюда могу тебя подбить? Подбил. Все хорошо. Ага. А, ну правильно здесь стоять. Правильно, тут вот последний паук-то и был. Так что мне пришлось бы сюда идти. Деньги, деньги, доллары, доллары. Кофе, все возьму, все выпью, все съем. Вот такая вот у меня утроба. Обратно, так? А если прямо, я куда-то выйду. Понятно, но мне туда не надо, все-таки мы проходим. Ладно. Движем великую цепь, а великая цепь движет нас. Не взять. Моя жена Мойра, вот уж зануда, но красавица, каких мало, и я от нее без ума. Верно, Бог меня наказывает за то, что я притащил их с Патриком сюда. Я думал, мы тут заживем по-новому, но надо же быть таким болваном. Давай, падла, выходи. Так. Не понял, подожди. Где ты? Не трогай ее, пожалуйста. Ладно.
меня-то тут есть патроны. В отличие от тебя. В отличие от тебя, тут патроны есть у меня. Олигарха. Хорошо. Пойти надо, пройти. Как бы мне пройти? Кто это же моя девочка? Кто еще? У нее глазки, как у меня, видите? Я дам тебе глазки сейчас. Ты их лишишься. Спокойно. Так. Папочка, я тебя не трогаю, ты меня не трогай. Ну, у нас же мир да любовь. Мир да любовь. Это как... Кто он? Мэри, что ты там запустила? Никак не могу разобраться в своих чувствах насчет этих... Так, делает ваши шаги тише и увеличивает урон в рукопашной схватке с противником, который не успел вас заметить. Так. Верните мне ее! Верните! Держится все в восторге. Правда? На! 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 Моё! Да стой ты! Блин. Это пехотный патрон, значит, да? Ну вот я пришел к тебе. Стук. Портовая крыса здорово влипла. У тебя что-то есть для меня и моей команды? Или ты просто так явился? На критику нарываешься? Ну раз уж пришел, так я сейчас кофе сварганю. Стол накрою и все такое. Давай. Куда-то утащили. Прежде чем отправиться на рыбзавод, послушай доброго совета. Старый персик, тот и еще пройдоха. Держи ушки на макушке. Давай. Будем стараться не попасться. Никто в мое логово с пушкой не заходит. Сперва сунь оружие в пневмотрубу, а уж потом я тебя впущу. Ты где у меня? Еще один фаворит в линейке генных... Если придется платить. Но ведь он уже не сможет отнять твои плазмиды, верно? Так... Направленный узлом распыляет ловушки в системах безопасности. Это у меня не запомню. Скоростной взломщик что-то. Ладно. Хранить банки. Я даже... Ящик. Ох ты. Это мне сюда надо оружие сдать. Ну давай.
если что, я тебя подожгу, падлу. Или нет? Вот так сначала оглушу. Эк, расплодил. Эк, что тут у нас? Ничего. Что-то, как сказал мутный тип, так у меня, блин. Сейчас вообще подозрение по поводу него. Ага, вот это все растопить. Ну так я куда еду? Барбос выбрался из ада, так он дьяволу сказал, что скоро вернется обратно. И дьявол ему в ответ. Ничего, ну, не конечно, вижу. Мистер Фонтейн, я вам придержу тепленькое местечко. Райан обещал, что Фонтейн превратится в прах, а теперь ты делаешь за него грязную работу. То есть Райан вроде как солгал, а ты... Куда я вышел? Наш! Наш! Отворачивайся от меня! Так. Да тихо ты. Тебя запомнил, будь прокляты, плоды из твоего поля. Да. Так ты от меня не уйдешь. Да. Вот опять дым. Блин. Что-то я не могу сообразить, как с тобой бороться. Да. Вроде неплохо. Что, загасили его или нет? Там в углу что-то. На. Подобрать-то надо. Вот я к нему захожу, где в логово. Тут мне ничего не надо. Отдай мне мое оружие. Сжигание будет. Хотя электричество тоже можно помочь. Там уже воды до хренища. Начнем сжигание.
На, на. Вот так. Блин, еще один, так сколько вас? Весь мой каждый смертный, вы, походу, делать будете появляться. Всего вход в нее не так легко отыскать. Так они сбивают сыщиков со следа. Отдай оружие. Малыш, это я. Это мама. Подожди. Да. Дверь закрыта, вон она, ледниковая. Блин. Как ледниковый период. Чё ты не умираешь-то? Я тебя бью, бью, ты не умираешь. Чё-то не понял. Так. Да. Так. Что здесь есть? Здесь ничего нет. Так, ладно. Оружие мне мое. Так, и не вернули. Взламывать надо было раньше. Ух ты. Да. Да тихо ты. Куда ты горит? Ух ты, бежит еще куда-то, спасается. Так, стой, стой, это что? Это что? Тихо, кто там плачет, так. Плазмиды делят вас энергией, чтобы изменить мир, щелкни, чтобы посмотреть ваши плазмиды. Лечение мне пока не надо. Нет, здесь что-то есть. Подождите минутку. Что-то есть. Понятно. Теперь как-то туда надо попасть. Оттуда мы не попадем. Мы сюда пришли. Все, сейчас разберемся, как эта штука действует. Здесь дверь. Вот. Все, видите, мы уже разобрались наполовину. Холодно, правда, тут. Холодно, холодно, холодно. На морозе песни петь. Пытали, что ли? Доллары, доллары. Пиастры, пиастры. Я даже не знаю, что, ну-ка вот так вот.
Нет. Нет, здесь мы были. Жили-были, не тужили четверо друзей. Как-то раз они решили грабануть музей. Так. Ага. Вон оно что, Михалыч. Вот оно, мое оружие. Очень думаю, что да. Твои реки обезут. Вот так. Что бы тут ни было, я это должен был все обезопасить. Что у вас здесь есть? Деньги. Делай деньги, делай деньги. Вау, остальное все дребеди деньги. А я даже не заметил. Так, и обратно. Все, пойдемте за своим оружием. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!